Здорово, народ, с вами снова я, Макс, и в сегодняшнем видео я расскажу, как я для своего сына сделал лесенку. Так как наступили уже холодные времена, мой сын любит лазить везде, подниматься на высоты на какие-то, вот, карабкаться, постоянно куда-то ползет. Короче, юнец развивается, и я решил не обламывать его в зимний период времени и сделал себе лесенку. В итоге, как оказалось, что себе. Потому что у меня сразу появилось несколько идей, как ее можно улучшить, модернизировать и сделать из нее дополнительный такой тренажерный комплекс. Значит, я использовал во всей этой конструкции профиль 40 на 20 и 20-ю трубу. И еще дополнительно усилил все это 25-й трубой. То есть на 25-й трубой я покажу в дальнейшем, как я это сделал. В принципе, лесенка получилась у меня разборная. То есть кто-то сейчас скажет, да мог бы просто тупо приварить одно к другому и все. И мне надоели эти конструкции уже здоровые, громоздкие, тяжелые. И в случае, если куда-то что-то придется выбирать или переносить, в итоге это может вылиться в то, что, не знаю, придется пилить или как-то это все выносить. Я решил заморочиться и уже сделать себе конкретно разборную лестницу, потому что если что, ее можно свернуть, убрать и все в стороночку. Она, в принципе, получится легкая, компактная. Я предпринял такой шаг, как вваривать гайки внутрь трубы. И чтобы это отцентровать, сделать правильно, то есть чтобы не повело гайки, я вот купил себе такую шпильку метровую и, соответственно, накрутил гайки с двух сторон на нее, чтобы они входили в трубу. Как мы сейчас видим, я сейчас буду накручивать вторую. Таким вот образом подогнал и отцентровал, чтобы гайки не повело при сварке. И все это дело сейчас буду по кругу обваривать. Ну а в дальнейшем, я надеюсь, вы сейчас все увидите в ролике,